Ульяновск – город трудовой доблести. Почетное звание наш город получил год назад. Указ подписал президент Российской Федерации. Тогда инициаторами присвоения звания выступили городской совет ветеранов и региональное отделение «Единой России». В поддержку активиста собрали более 200 тысяч подписей жителей. Чтобы увековечить память подвига ульяновцев в годы Великой Отечественной войны, было принято решение установить стелу. Путем народного голосования местом установки была выбрана площадь у ДК 1 мая, рядом с патронным заводом. Однако на последнем заседании Оргкомитета «Победа» Совет ветеранов предложил установить памятный знак на центральном железнодорожном вокзале. В Ульяновск через железнодорожный вокзал тысячи жителей и гостей приезжают ежедневно и также покидают наш город Ульяновск. Поэтому еще раз, Алексей Юрьевич, мы, Совет ветеранов, убедительно просим рассмотреть и принять такое решение. Хорошая транспортная доступность и большая проходимость места – главные причины, почему стелу захотели перенести. Алексей Русских с мнением ветеранов согласился, но и мнение большинства ульяновцев учтут. На нижней террасе символ города трудовой доблести также появится. Установить до 21 декабря стелу на площади железнодорожного вокзала. У нас деньги в бюджет эти заложены, и мы, в принципе, в них укладываемся. И открытие стелы можем провести при благоприятных, там, сказать, условиях и внешнем виде. Вот. Но не отказаться при этом от установки стелы здесь. Алексей Русских отметил, прежде чем устанавливать памятник на нижней террасе, необходимо привести в порядок сам Дом культуры. Историческое здание находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Необходимо и комплексное благоустройство прилегающей территории. Не только благоустроить вот это место славы, но и музей создать, и новое старое здание Дворца культуры 1 мая привести в порядок. Да и саму нижнюю террасу, как территорию, которая помогал нам в защите рубежей нашего Отечества, тоже привести в достойное состояние. Для реализации проекта глава региона предложил найти источники федерального финансирования. К этому подключатся депутаты партии «Единая Россия». Анна Тищенко, Улправда ТВ.